Сегодня же высказать свою поддержку кемеровчанам собрались журналисты. В зимней вишне оборвались жизни многих детей, поэтому местом скорби стал памятник девочке Гале, которая погибла при бомбардировке Чебоксар в 1941 году. К мемориалу журналисты возложили алые розы и детские игрушки. Все сразу очень много захотели пойти. Тут, естественно, все не смогли приехать. Ну, что у кого работа, у кого что-то. Ну, вот, кто был свободен, приехали сразу сюда.